саженцы смородины прыгужани отлично подходят для выращивания в промышленных или частных садах. Сорт отличается хорошими практическими качествами, высокой урожайностью. Крупномеры прыгужани зимостойкие, устойчивые к заболеваниям. Плоды характеризуются такими особенностями. Размер средний, форма округлая, окраска светло-розовая, вкус сладкий с выразительной кислинкой. Ягоды смородины имеют богатый химический состав. Они вкусные и полезные. Их можно не только употреблять в свежем виде, но также использовать для приготовления джемов, настоек, десертов. Смородина красная прыгужани – это кустарники. Важно, что смородина красная прыгужани самоопыляемый, обои полые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.